Рыбалка в Карачаево-Черкесии – одно из наиболее массовых увлечений местного населения. С каждым годом численность рыболовов увеличивается, а значит возрастает спрос на проведение рыболовных состязаний, где жители республики могли бы общаться, перенимать навыки друг у друга, определять сильнейших. В регионе появилась Федерация рыболовного спорта. Стали проводиться соревнования весной, летом, осенью. А вот поздней осенью и ранней зимой провести мероприятие по ловле форели спиннингом с берега невозможно. Вначале это сделать не позволяет нерест форели, а с декабрем месяцем приходят похолодания. Вода в реках остывает, подводные обитатели теряют активность, аппетит и совсем перестают клевать. Но, как известно, Карачаево-Черкесия – республика горная. Ее южные границы – могучие пики главного Кавказского хребта. По ту сторону этих белоснежных вершин расположилась Абхазия. Добрый сосед, с субтропическим климатом и реками с теплой водой. Появилась идея использовать этот фактор. Федерация рыболовного спорта Карачаево-Черкесии и Федерация рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия принялись за воплощение этой идеи в жизнь. Результатом стало проведение соревнования на реке Бзыбь, организованное совместными усилиями. Впервые на земле Абхазии, на реке Бзыбь, состоится грандиознейшее событие, которое называется «Открытый кубок Карачаево-Черкесской республики по рыболовному спорту». Почему на реке Бзыбь? Почему в Абхазии? Потому что в Карачаево-Черкесии зима и холодно, а реки этой республики позволяют организовать такое грандиозное мероприятие. Мы очень рады, что представители Федерации Карачаево-Черкесии решили провести такое большое мероприятие на нашей Абхазской благодатной земле. Мы рады приветствовать все команды, всех спортсменов, всех судей, всю судейскую бригаду и коллегию на нашей земле. Я надеюсь, эта первая ласточка не останется незамеченной, и мы будем вплоть много-много лет проводить такие мероприятия. Приехали на это соревнование ведущие спортсмены России, мастера спорта международного класса. Сейчас идет процесс очень важный, процесс жеребьевки. Некоторые спортсмены освободились, и у меня появляется шанс побеседовать. Хочу начать с команды из Карачаево-Черкесии «Монтеривер». Мы рады снова посетить эту страну. На реке Бзыбь мы находимся первый раз. Вот, так что для нас будет что-то очередное, новое. Мы рады этому приключению. Ну, я на реке Бзыбь второй раз, и мне интересно сравнить, как было вот в марте месяце 2017 года и как сейчас. Я думаю, разница большая. На этом мероприятии присутствует еще один интересный спортсмен. Кандидат добры, мастера подойдите. Спорта из города Ростова Рома Сапсай. И его лицо изображено на основном баннере сегодняшнего мероприятия. Поговорю с ним, пока он не занят. Нам очень сегодня повезло с погодой, повезло с компанией, отличные ребята собрались, повезло с рекой, она чистая. Я думаю, что соревнования пройдут отлично, я думаю, что будет отличная атмосфера и будут хорошие уловы, чем всего и желаю. Но я постараюсь выиграть. Начинается процесс зарыбления и самое время побеседовать со спортсменами и узнать, как этот процесс проходит. Рыбы достаточно, запускаем где-то 12 штук в сектор. Рыба отличного вообще спортивного размера, супер бодренько ведет себя, вода чистая, разбегается, все не стоит, ну, не кверху пузом, очень активно уходит, поэтому река огромная, не знаю, будет что будет, ловиться будет по всей реке, походу. Вот, но это тем интереснее, это спорт. Все подключились, потому что по правилам
соревнований все участники, все спортсмены должны участвовать в зарыблении. Обязательное участие. Рыба очень активная, хорошо ее довезли. Уходит сразу в струю, не прибивается к берегу. Ну, я так думаю, что завтра, ребята, придется постараться. Каждому спортсмену надо включить интуицию, опыт и поработать. Конец сезона, декабрь. И, конечно, здорово, что у нас есть возможность еще принять участие в одном стримовом соревновании в этом сезоне, потому что их не так много. И я стараюсь посещать, ну, по возможности, практически все проходящие турниры. И вот сейчас здесь, в Абхазии, в такую прекрасную солнечную погоду, я надеюсь, будет интересный турнир. Уже прошел запуск рыбы, рыба бодрая, хорошая, все здорово, отличное настроение, все круто, поэтому завтра туры, будем играть. Будем в очередной раз, не знаю, поднимать себе настроение, практиковаться, чему-то учиться, с кем-то рубиться. Это вот, ну, живой спорт, который нравится мне больше всего. Отмечен Илья! Готов? Старт! Одного, второго, третьего. Уважаемые старшие судьи, сигнал, старт второго периода. Прошел первый тур, вот по итогам, что можно сказать? Ну, сложная ловля, как бы это видно по результатам. Понимаю, как подать приманку, где задержать, но этих мест нету. Конечно, какая-то часть рыбы есть еще на середине реки, но ее невозможно поймать из-за широкой речки. То есть мы не можем, приманка мимо рыбы очень быстро проносится, нам не задержать. То есть скорость течения такая, что не задержать приманку подольше. Вот с этими сложностями всем приходилось бороться. Ну, скорее такая ловля на сообразительность. Так как клевало совсем плохо, то и больше практически никто не поймал. Только вот эти два сектора работали, вот, с них рыбу ловили. Спасибо. Забрасывать я видел, да, приходилось очень далеко, очень да? Далеко, потому что рыба вся стояла почти на том берегу. Сквозь основную струю нужно было рыбу дотянуть. Да, дотянуть аккуратно, чтобы она не сорвалась. Было очень сложно, но... Получилось. Стараниями получилось. Молодец, молодец. Поздравляю. Спасибо большое. Слушайте сигнал, слушайте команды, дубля, все такое прочее.
Вот она рыба! Как главный судья соревнования, пожалуйста, какие города участники были на Кубке? По порядку занятых мест: станица Новопокровская, Краснодарский край, город Сухум, Абхазия, город Санкт-Петербург, город Москва, Ростовская область, город Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Республика Северная Осетия, Алания, Ставропольский край, Ростовская область. И Карачаево-Черкесия, естественно, представлена двумя командами. Наша команда называется «Горная река». Мы прибыли в солнечную Абхазию для того, чтобы принять участие в соревнованиях по ловле спиннингом с берега из Карачаево-Черкесии. В целом мы приехали набраться опыта, потому что мы еще не имеем такого большого опыта в участии в таких масштабных мероприятий. Ну, поэтому в целом я считаю, что наша команда выступила неплохо. Как это соревнование? Понравилось, не понравилось? В Абхазии это всегда прекрасно. Тем более зимой мандарины, хурма, солнце, которого уже нет на большей части России. А приехали мы из Московской области, как обычно, всей семьей, с сыном и с бабушкой. А, к сожалению, рыбалка была, конечно, сложная, трудовая, но это, в общем, способ развиваться дальше и двигаться, повышать свое мастерство. И обладателем кубка за первое место с суммой мест 4 и суммой баллов 9 становится Албуров Роман, команда «Барсы». Осетия! 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 Альберт Бондаренко, президент Федерации рыболовного спорта Республики Абхазия. Альберт, на этой благодатной земле произошло грандиозное событие, которое называется «Открытый кубок Карачаево-Черкесии по рыболовному спорту». Что это значит? Это первая ласточка. Я думаю, это начало положено очень серьезно, очень большое, проводимых российских мероприятий на территории Республики Абхазия. Я думаю, это оно первое и ни в коем случае не последнее. Мы будем проводить вместе мероприятия. Наши страны, республики, государства должны, и наши спортсмены и судьи объединяться. Это будет просто шикарно, если будет продолжаться.